дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу обратился мужчина, который заявил, что в доме на улице Северной в городе Одинцово неизвестный нанес ему телесные повреждения. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 34-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».